Итак, у нас очередная, правильно сказать, очередной проект. Опять у нас заказали нарды. Но одинаковое делать я не люблю. Поэтому я чуть-чуть его изменил. Сделаем не накладной рисунок, а непосредственно на самой крышке. Уже будет он. Крышка будет являться рисунком. Вниз мы сделаем подложку для игрального полотна. И посмотрим, как это будет выглядеть. Мне почему-то кажется, так будет выглядеть гораздо интереснее. Не будет торчать ничего. Хотя и в накладной резьбе есть свои красивые стороны. Но в таких досках, вот игральных, как шахматы, там шашки, нарды, думаю, все-таки прямая крышка гораздо удобнее. Так, дорезали одну. Сейчас попробуем вытащить. И, конечно, получится. Вот так вот. Внутренняя часть у нас уже готова. Ее мы наклеим отсюда фанеру тоненькую, троечку. И вот все это приклеим. И будет у нас дно. Так, вот остался маленький узорчик доделать. Подождем. Готово. Примерно вот так вот будет фанера. Вот так вот будет у нас рисуночек. Ну, сейчас сделаем резьбу. Думаю, красиво.